Встреча прошла в домашней обстановке за чашкой чая. На первое рабочее заседание пришли представители ДМИС, ЦВР, военного комиссариата, национального отряда «Витязи», клубов «Мужество и Армир», юноармейского отряда «Школа номер 16» и правления организации «Дети войны». Надеюсь, то, что в рамках этого центра юные жители нашего города получат возможность приобщиться к различным направлениям военно-патриотической деятельности. Это и историческая реконструкция, и военно-патриотические клубы, и возможность общаться с ветеранами, с участниками боевых действий. Главная цель муниципального ресурсного центра – объединить все организации, которые занимаются патриотическим воспитанием детей. Совместная работа поможет сделать мероприятия, которые проводят клубы, более масштабными. Но на дополнительное финансирование или другую материальную помощь рассчитывать не придется. Мы предоставляем информационные ресурсы, мы ведем сайт, мы можем на сайте разместить вашу информацию. Центр только начинает свою работу, и его возможности со временем могут расшириться. Поэтому в ходе беседы участники высказали все свои идеи и пожелания. В числе предложений было заниматься не только военным, но и гражданским патриотическим воспитанием ребят, а также включить в число мероприятий допризывную подготовку юношей и проведение военных полевых сборов. Мария Руинч, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.